Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Ну сколько повторять? Мы разошлись, вот и все. Вы с ней что, даже не целовались? Ни разу. Какой же балбес. Гамма? Так этим магазином владеешь ты? Да, господин. Насколько это было возможно, я постаралась его создать. Частичку мудрости, кое вы поделились со мной. Теперь понятно. Кажется, я припоминаю, как рассказывал им всякое из прошлой жизни и называл это мудростью теней. Хочешь стать сильнее? То были пустяки. Например, рассказывал им, как сделать шоколад и насколько он бывает вкусным. Она гений. Вот она разница в интеллекте. Но пусть Гамма и очень умна, среди семи теней она самая умная, но... При этом самая слабая. Полагаю, твой магазин приносит немало прибыли? Да. У нас есть представительство и в других крупных городах королевства. А при помощи доставки мы покрываем и более отдаленные районы. У нашей организации 1 миллиард зени в прямом распоряжении. Миллиард? Мой господин, этого мало? Нет. Без моего ведома она использовала мои же знания, чтобы... Спокойно, она построила это ради меня. Я радоваться должен. А, да. Я бы купил шоколад. Дай-ка мне 3 самых дешевых коробки. Дешевый шоколад? Ради вас мне не жалко даже самого дорогого. И скидку в 100%. 100%? Да это же бесплатно! Как приятно! Ну что вы. Но же, надо успеть в общежитие! Это все Сид виноват. Нечего было с той девчулей флиртовать. Ну простите уж, я же дал вам шоколад. Блин, не верится мне, что Алексия пошла кромсать всех без разбора. Только если она вдруг сошла с ума. Да и чувства меры у нее нет. Она же принцесса, ей можно все. Хотя с чего бы ей этим заниматься? Мне это надо... По-большому, я не дотерплю. Если сейчас не схожу, то чувствую, обделаюсь прямо в штаны. Дело принимает серьезный оборот. Выбор между соблюдением правил и личной честью. Оставьте меня, уходите. Не хочу, чтобы вы видели меня таким. Но... Мы понимаем. Мы никому не расскажем о том, что ты срал на улице. Даю тебе слово как мужчина. Кто бы что ни говорил, но я знаю, что ты принял верное решение. Я запомню это навсегда. Все, я больше не могу терпеть. Убегайте, пожалуйста. Сид, мы тебя не забудем. Мы все равно останемся твоими друзьями. Уходите. Просто уходите уже. Ну что ж... Шоколад для тебя! Ну и ну, сразу к старшекласснице пошел! Из него прям образцовый фоновый персонаж. Эй ты! К моей невесте подкатывать удумал? А, нет, я! Идем-ка, дружочек, обсудим кое-что. О, а шоколад я оставлю себе. Чего? А что, имеешь что-то против? Ну-ка. А, нет, спасите! Нам тут делать нечего. Ага. Знаешь, уж я-то как Хёра не попадусь. Я разузнал о ней все, что мог. Даже ее маршрут в школу знаю. Длину юбки, цвет нижнего белья и ее пропорции. Ибо я Хёра, узрите мою славную победу! Ура! Моя прелестная госпожа! Это он меня сталкерит! Я не... Сид! Тут сталкер? Что ж... Придурок! Думаю, отдам эту коробку первой же встречной. И хватит с меня фоновых событий на сегодня. Один мальчик дал мне эту коробку. Ого, должно быть, это подарок для тебя. Что? Любовь с первого взгляда, не иначе. Любовь с первого? Что скажешь ему? Уверен, он ждет, не дождется твоего ответа.